Быстрое, яркое и ароматное блюдо. Упругие, чуть похрустывающие овощи в пряном остром соусе и сочная говядина – это отличное решение для ужина. Готовка методом стир-фрая позволяет получить вкусное и полезное блюдо быстро и с сохранением большинства витаминов. Очистите репчатый лук и морковь, тонко нашинкуйте их соломкой. Лук пари и перец красивее нарезать кольцами. Говядину нарежьте брусочками поперек волокон. Баклажаны нарежьте брусочками. Снимать кожицу, вымачивать или солить их не нужно.